Талант и мастерство. Чувашская команда успешно выступила в финале 4-го национального чемпионата WorldSkills в Южно-Сахалинске. Участниками состязаний стали будущие электрики, сварщики, автослесари, плотники, флористы и кондитеры. Чебоксарец Василий Семенов завоевал бронзу в компетенции «Кирпичная кладка». С молодым профессионалом встретился мой коллега Рифат Ваткулин. У людей рабочей профессии стальной характер закаляется с молоду. Взять хотя бы конкурс. Василий Семенов учится на строителя в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий. В компетенции кирпичная укладка, качество работы оценивалось по ровности, соблюдению толщины швов и положению рядов кладки. Победа молодого профессионала – результат личного таланта и целеустремленности. Задания были сложные. Первое задание было этот корабль сделать, построить. Второе – маяк. Все было связано с морем. И третье задание – колодец. Выполняли из трех видов кирпича. Это коричневый, красный и желтый. Кирпичи ложить очень сложно. Надо ложить все прямо, чтобы по уровню все совпадало и по размерам. Все размеры должны быть по нулям. Ни миллиметра больше, ни миллиметра меньше. Но я этим справился. И вот бронзовая медаль. Конкуренция была высокая, больше 700 участников. Чемпионат WorldSkills – это как олимпиада по профессиональным видам спорта. Только вместо стадиона, например, стройплощадка. К участникам чемпионата предъявляются жесткие требования, а их работу оценивают эксперты со всей страны. Успех Василия – также итог работы коллективов преподавателей учебного заведения. Ираида Борисова – сертифицированный эксперт WorldSkills Россия. У него всегда хорошая черта, то, что он всегда выполняет, у него всегда хорошая гарантия. Горизонталь и вертикаль. Отклонений у него практически не бывает. Размерность тоже старается размерность придерживать. Если это, там 980 миллиметров, да, оно должно быть 980. До национального чемпионата мы дошли впервые. Потому что, чтобы дойти до национального чемпионата, надо пройти отборочный чемпионат. Раньше, в 13, 14, 15 годах мы проходили Приволжского округа. Приволжский округ, а теперь уже отборочный чемпионат проходит вся Россия. И в этом году у нас в Москве на отборочном чемпионате участвовало 40 участников. Из 40 участников они отобрали 12 участников. На площадке «Сухое строительство» и «Штукатурные работы» участником стал Сергей Ирзуков. Здесь предстояло не только собрать конструкцию, но и проявить творческие способности, разработать дизайн и с эскиза перенести его на готовую стену. Место получить не удалось, но Сергей не расстраивается. Молодой человек признается, только получил стимул для саморазвития. Когда начинаю строить, мне интересно, просто тянет работать дальше. И не могу остановиться. Задания трудные были. Сначала собрать конструкцию, потом поклевать, гипсом работать и фристайл. Чемпионат профессионального мастерства не только повышает авторитет рабочих специальностей, но и помогает молодежи найти себя в жизни. Рифат Фаткулин, Бахтияр Велиев, Республика.